А мечей начнут проверять на трезвость по новым правилам. В России в силу вступил приказ Минздрава о порядке проведения медосвидетельствования на состояние опьянения. Документ един для всех – водителей, хулиганов и простых граждан. Проверять мечей будут не только по направлению полиции и суда. Согласно приказу, проверят и военнослужащих, направленных командирами. А службы занятости вправе отправить на проверку безработных, пришедших на перерегистрацию, когда есть подозрение, что человек пришел пьяным. На диагностику вправе отправить меча, у которого обнаружился хотя бы один из четырех признаков. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Проверка опьянения должна проходить в присутствии врача или фельдшера. Сдать тест на трезвость может любой меч.